Приветствую всех. У меня дико болит голова, поэтому я на подушечке. Знаете, меня мир просто в последнее время удивляет и поражает. Все так. Ну, как-то более светло, по-доброму, так все по-человечески вообще даже, знаете, вот просто удивляет. Такое непонятное чувство, когда ты не ожидаешь, и вдруг что-то такое, ну, приятное происходит. Потому что ждем все мы какой-то вот, как сказать, такого, что хуже будет, да, что что-то уже не ожидаешь ничего хорошего. Когда этого не ожидаешь даже, и вот вдруг такое что-то, хоп, приятное происходит. Очень интересно, почему так. Всем добра.